Ти нервуєш чи що? Та ну да, боюся мало. Покажем сейчас, как надо ехать. Ну что, друзья, сегодня у нас с девчулей будет мотосвидание. Сами сейчас все, в принципе, сейчас. Сейчас все увидите. Очень-таки интересная девочка. Говорит на украинском, как-то, ну, нормально, разбавим обстановочку. Тоже прикольно. Сейчас тоже прокатимся, благо она уже в городе. Сейчас только перекинем, шлем дадим, все, чик-чирик, сумку, может, где-то оставим и поехаем. Поэтому все круто. Правда, ветерок такой сегодня, не знаю, будет ли там, да там по-любому ветер будет. Сможем ли мы шалить, так как, я думаю, она хочет прокатиться. Я думаю, сможем. Как минимум на 90% выполним. Поэтому едем, я думаю, она нас уже ждет. Мы на 5 часов договорились. Сейчас будет видно. Видно, мы уже на месте. Вот буквально сейчас поедем за грузовичком, повернем на автостанцию. И все. Ой. Поэтому сирена еще немножко тут гудит, как обычно. Ничего удивительного. Там никого нет. Нам сюда. Заезжаем на стартовую позицию. А вот же она. Вот же она, наша девчуля. Привет. Ой, что, ты готова? Да. Ну, привет. Привет. Что, как настроение? Вообще шикарно. Отлично. Да. Сейчас мы тебе дадим шалом. А, я тебя дам. О, началось. А мы же в сумку кинем? Давай. Ты же оденешь ее, чтобы... Если я одену, то тебя будут лямки бить от ветра. Привет. Привет. Что ты, как дела? Так. Давай тогда сделаем так. Сейчас все, можно ложить? Сюда, это отдельно, чтобы не царапало ничего. Ой, какая приятная сирена. Мощно, мощно. Боже, аж по мозгам бьет. Вот это правильный ход. Затяни под себя вот эти чик. Все, вообще круто. Не знаю, может будет великоват. Одевай. Давай застебнем. О. Самое главное, держись постоянно, никуда руки не отпускай. И все. Это отбой или... Нет. Начало, да? Все с работы, блядь. Движ такой, блядь. Неимоверный, блядь. Полиция едет. Может, наши кенты? Сейчас
сейчас начинается дорога уже хорошая. Предупредили, можно теперь ехать. Теперь поворачивает, надо пропустить. Тут кусочек плохой. Видео, бля, про собаку, что оттягивает, да, если это казаки. Аби, Аллах, Аллах, аби, возьму капать, тебе, Аллах! Аллах, аби, 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 Аллах, аби, 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 такое ощущение, что там что-то не так было. Я просто когда прижимаюсь, ты ко мне прижимайся. Не вот так сиди ровно, а именно боком притулилась ко мне, чтобы спрятаться от потока воздуха. Вот так надо. Бля, я представляю, что там было. Это вообще, бля, аж страшно, бля. Ты что, реально такое ощущение получил странное, бля? Как будто она сейчас улетит, бля. Вообще ровно тупо сидела, там сдувала, наверное, как не знаю что, бля. Ощущение, как будто она сейчас улетит. Ровно сидит и тупо как-то что-то там происходит. Да, реально стрёмно. Смотри, мне аж страшно, честное слово. Порой бывает такое, как будто ты сейчас улетишь. Не, я держусь крепко. Ты как будто держишься, но сидишь вот так ровно. И тебя потока воздуха вот туда где-то назад уносит, да? Такое было? Меня же не уносит, из-за чего так кажется? Просто что, если я иду на ускорение, и я прилег, во-первых, я прячусь от потока, а ты ж на себя все ловишь, ты тоже должна лечь, просто прижаться, не надо там смотреть, бо тебя будет вот такая вот фигня, и там перекручиваться и все. Просто за мной, чук, и синхронно со мной, ничего там выравниваться не надо, нигде, ни это, и нормально будет. Ты шо, блин, у меня порой такое ощущение, как будто тебя там вот так оттянуло назад, руки-то чувствую, но думаю, сейчас отпустишь и все, блин. Реально стрёмно было, у меня первый раз такое. Обалдеть.
Ну, сейчас поедем, пускай эти уже проедут, товарищи. Попробуем готовность. И замеряем заодно по GPS. Я включил тут приложение на телефоне, покажет ли максимально, ну и вообще правда скорость это или нет. Задняя особо не станешь, да. Вот медленно еду, а у меня тут чук-чук-чук-чук-чук, такие переборы. Сейчас проедемся назад, потом на разворот и, ну, отдохнем. И еще раз заедем, я думаю. Что нам, пацаны? Чё? Чё, блядь, показалось? Блять, колбасит реально от ветра, блять. Сука. Повиляло все-таки. Передышку, впрочем, ощущение по традиции. Ветер капец вообще не дает даже на заднее. Ого, у меня пластик оборвался, да. Та ты шо. Вот это прикольно. Надо ключик срочно. Я думаю, что такое, что, блин? Что-то произошло. Вот зараза. Кыш-кыш. Травма. Пластик обрыв. Офигеть, опять клеить придется. Да что ж такое, бля? Что ж с этим пластиком не так? А как же ж мне теперь его разобрать? И отвезти? Авария, блин. А? Встанем? Ну да. Я ж сюда на перекур, типа. Типа. Бля. Особо не. Вот такой вот сейчас вид имеет. Снял. Прокатимся сейчас. Заценим, как он будет себя вести.
забор. Все дела. Блин. Готов. Я готов. Оп. Заезд номер 2. Поток воздуха вообще жесткий. Реально колбасит. Че? А. Нормально, ничего в принципе не поменялось. Даже как-то, не знаю. Ну, короче, нормально. Помочь? Там вот так оттягиваешь. А? Ну, великоват, да, мешает, колбасит, да? Да вот тоже. Тоже надо, чтобы был свой. Так, надо позвонить такси. Ну что, вызвали машинку, погрузили в пластик. Таксист за нами едет, договорились там на доброе, встретимся. Я девчулю как раз высажу там и поедем. Вот так вот один из дней мотосвидания может проходить. Я, кстати, еще такой сон снился, блин, дурной. Что я что-то еду на мотоцикле, вот буквально сегодня перед тем, как ехать. Стою на заднюю, что-то задымился, блядь. Останавливаюсь, у меня почему-то поломанный пластик, морда. Блин, вещий сон приближенный очень. Я в шоке, разве такое возможно, блядь? Просто меня пугает. Еще и ехал с таким настроением, хоть бы что-то не случилось, пожалуйста, блядь. Ой, я не могу, блядь. Ну, как и есть. Что поделаешь. Пластик очень хрупкий, поэтому, ребята, AliExpress пластик покупайте, усиливайте его. Покреплением усиливайте максимально, потому что, блин, беда. Беда бедой, отвечаю, блин. Очень хрупкий. Надо, блин, материал пластика точно, как вот на эндуре, как есть, что его крутишь, вертишь, ему хоть бы шо, вот такой. Он, да, будет тяжелее, но он будет намного увереннее, там, в
чувствоваться, бля. Это просто все наши дороги. Это все наши дороги. Укравтодор, привет. Бля. Я не могу, бля. Ну. Эмоции подарили, самое главное. Вот и все. Главное, не печалиться. Делов-то, что я сегодня заклею, завтра его уже одену. И поеду дальше. Ради бога. Из-за этого расстраиваться. Эти мелочи жизни. Вообще. Плевать. Самое главное – эмоции. Сам получаешь эмоции и даришь эмоции. Боже, опять начинаешь уже горенчать, что-то происходить будет. Я уже думал, опять сейчас заглохну, блядь. А оно к этому идет, блядь. Кстати, еще вчера авария случилась, блин, с летальным исходом в Кременчуге. Тоже типок выезжал, перестраивался, тут ехал у него, и все. Я вообще в шоке. Какой-то этот год реально самый печальный, самый невезучий. Как начинался плохо, так и близится к концу не очень, блин. Я вообще максимально расстроен. Максимально расстроен, блин. Ужас. Ужас ужасный просто. Ладно, не будем расстраиваться. Чик. Чик. Чирик. Последний раз, кстати, сидела, когда и катались там. То уже хорошо сидела, плотненько. Уже плотненько прям. О. Это уже отбой. Долго. Долго было. Все забрал? Ключи. О. Дождусь уже этого. Нет, ты если хочешь, можешь идти. Давай. Да не мазаешь. Да. Вот так вот, ребятки. Так, таксиста ждем и будем провожать его. Стоим. Суета. Суета. Ждем где-то того поезда. Вот. Засада. Засада еще та. Так что да, друзья, в жизни можно бросить все. Девушку, курить, пить. Но сцепление бросать нужно. Не нужно никогда. Ха-ха. Вот такой вот у нас девиз. О, вот он как раз едет поезд. Аж, наконец-то, можно заводиться и ехать. Вот мы уже и подъезжаем к дому. Вот тут то. Ну что, друзья, пластик мы подготовили. Осталось только поклеить уже сегодня, ну, вечером, когда мы приеду. А пока поедем на эндурике брательника. Тоже другая техника чуть-чуть. Ну, прикольно. Тоже веселит по-своему. Поэтому едем. Привет. Малышня здоровается. Хоп-хоп. Так что продолжаем вечер, не расстраиваемся. Это нормально. Это пластик. Это Китай. Да тут. Да вперед, да зад. Тут вообще без разницы. Хочешь с той стороны вставать? Я херею. Мне надо начинать где-то с парапета, бля. Привет. Смотри, получается, тебе, чтобы поворачивать, тебе надо, если хочешь в ту сторону повернуть, тебе надо... Сюда нажать. Ага. Вот так, я херею. Мне бы для начала баланс бы словить, а как ты на него встаешь? Держись за плечо и держись за плечо. Нет, ты пусти. Все, нагинай корпус. А-а-а. Нет, хай держи для начала. Боже, это ж надо понять, как оно ездит, бля. Сука.
Вау! Да это почти не сложно. Боже. Як, блядь, девственник якийсь. Оно там видно щось? Так, повороти, понял. Ну це прогрес. Когда я первый раз вставал, это было хуже. Ты на Сигвее, да? Там где палка была? Блядь. Та я ж і хочу туди. Я пытаюсь розвернутися. Ні, тобі не треба атакуватися, тобі треба ногами так проходити. Ща я зроблю розгон. Попытка поїхати. О, я починаю відчувати. Ноги, да, напрягаються на ікри хто. Да это же не так сложно, вау! Ух ты, блядь, ёпт! Только меняется покрытие, сразу другие ощущения уже чуть-чуть. На дороге клёво ездить. Ну, да понятно. Я ж пробую, тестирую, хотя бы так попробовать. Типа, хоть разогнаться как-то. Боже. Не, ну этот удобнее. Мне давали какой-то прям вообще, я даже не мог на нем постоять нормально. Сейчас. Посередине палка такая, да? Да, не, там, или да, ну что-то было прям вообще, там девчонка давала, Настя, по-моему, ваша подружка вот, ага. Ну что, делаем экстрим? Чё, блядь, как я так повернул? Поехали. Ой, блядь. Что происходит? Что происходит? Как развернуться? Ого. Есть контакт. Ты, блядь, не в ту сторону. Не, ну этот реально по балансу чувствуется лучше. А теперь ускорение. Ускорение, я прям чувствую, что я выжимаю за 200. Я уже погнал. Всего лишь 5 минут дела, да? Да это же прогресс величайший. Стопе. Все. Прикольно. Ну поехали, прокачу, а что ж делать. Боже, а ноги такие забитые, как после катка, блин. Это вообще. Кто? Быстро. О, классно. Там еще есть что посмотреть. А? Там есть еще много чего посмотреть. Посмотри. Да. Держись и не отпускайся. Крепко, чтобы... малый сделал, чтобы я поучился на нем и его прокатить. А тут малыши вот это, что внезапно выбегают, бля, это вообще какой закат. Вот и прокатим малого заодно, прикольно. Я уже его катал, там родители его просили, разрешали. Там всех, по-моему, сыновей прокатил. Там был помладше, говорит, его полегче, побоится. А этого, типа, посильнее. То уже мы, в принципе, с ним катались, да.
как бы прикольно. Малый тоже будет катать когда-то. Я тоже помню, когда-то заболел мотиком. Еще в лет 8, наверное, увидел вот эти трековые гонки, MotoGP, ты что, это моя болячка была. Просто, я не знаю, терпел до 16 лет. Первый мотоцикл там у меня была Ява, по-моему. Одна, вторая, потом после Ява я уже к 18 вышел на спортягу. Такая же, только 2000-го у меня была с одной фарой. Но это было, конечно, нечто. Еще та история. Поехали в Одессу в мотодом покупать. И у меня спрашивает продавец, за тот менеджер, который был. Какой у тебя до этого было? 600-ка? Я говорю, нет, Ява 350-ка. Он говорит, ты что, вообще самоубийца или что? Я кажу, та ну. Научимся потихонечку, потому что да, там для меня это была новая скорость, новые ощущения, потому что я там 140 в первый день поехал, для меня страшно было. И, в принципе, его заводил, меня уже телепало, а сейчас, ну, тогда потом уже там 220, каждым днем по 20 километров докидывал, там до 260, тогда я там 300 выжимал, еще дороги были более-менее, то я останавливался, чтобы отдышать. А сейчас уже скорость такая и не дает как бы впечатлений. Надо что-то мощнее. На литр переходить уже там 200 лошадей, блядь. О, вот то будет вещь, блядь. Вот то уже будут другие ощущения. Вот сейчас на заднем пораздавать какой-то экстрим. Только так. О. По-другому никак. Вот так вот мы друг друга и выручаем. Пацанва! Подписчики мои. Ну, так. Приятно будет, а чё? Хуба! Быстро? Честный обмен был, да? Можешь прокатить? Ну только с разрешением родителей. Обязательно был. Ну я ж тебя уже раз катал, а то спросил отец, да? Было дело. Нет, а ты позвони, испытай, там, чтобы я чув, там типа скажу, что подконтрольно, там и все, и можно будет проехаться. Без питань. Вот так вот проходят наши будни. Если вам интересно, подписывайтесь, делитесь, комментируйте. Всегда приятно почитать комментарии, мнения и прочее. А я еду писать следующее видео. Если вы не здесь, то вы нигде.